Ну, а сейчас Эмиль и Марфа сыграют вам произведение из репертуара очень известного скрипача. Это Дэвид Гарретт. Произведение также очень известное, и будем рады, если, может быть, даже кто-то из вас его узнает. Ребята... Главное название «One Moment in Time». Эмиль подобрал его сам на слух. Thank you.
этом заканчиваем. Перед вами сегодня выступали петербургский поэт Ольга Виор, скрипач Эмиль Ильдиряков и пианистка Марфа Быркова. Запомните эти имена, они еще о себе скажут. Запомним!